Здравствуйте, ребята! Сегодня вы научитесь лепить вот такого вот зайчика с морковкой. Итак, приступим! Для этого нам понадобится кусок картона или доска для лепки, вот такой большой кусочек белого пластилина, небольшой кусочек серого пластилина. Красный пластилин нам понадобится для морковки. Зеленый, вот видите, совсем немножко, этот листик морковки. Также вам понадобится черный, вот такой маленький кусочек. Зубочистка. Ну и, конечно же, пластиковый нож. Для начала нам нужно разделить этот белый кусок пластилина. Отрезаем первый кусочек, вот такой небольшой. Это будут передние лапки. Теперь отрезаем кусочек побольше. Из него мы слепим задние лапки. Отрезаем опять кусочек. Этот кусочек уже пойдет на ушки. И отрезаем вот такой еще один раз кусочек. Он нам нужен для головы, а вот этот кусочек будет туловище. Для начала займемся туловищем. Берем этот кусочек пластилина, вот так разминаем и раскатываем в ладошках шар. А потом на картоне мы его слегка вытягиваем и придаем форму овала. Вот что в итоге у вас должно получиться. Если есть какие-то неровности, вы всегда вот так пальчиком можете их замазать. Ненадолго откладываем наше туловище. Берем этот кусочек, который для головы. Хорошенько его разминаем и в ладошках раскатываем шар. Теперь необходимо проверить, подойдет он к нашему туловищу или нет. Видите, у меня подходит. Надеюсь, у вас тоже. Ненадолго откладываем голову. Берем этот кусочек, отщипываем совсем немножко. Раскатываем сначала шарик, а потом на картоне небольшую колбаску. Вот такую. Теперь пальчиками вот так ее сплющиваем, а потом вот посмотрите, вот так по краям серединки я ее зажимаю. У вас должна получиться форма вот такой восьмерки перевернутой. Ненадолго откладываем, берем голову зайчика и вот так слегка ее вытягиваем. Если есть неровности, вот так вот аккуратненько поправляем пальчиком. Вот, теперь берем эту мордочку и вот так присоединяем, слегка надавливая. Вот что у вас должно получиться. Займемся теперь с вами ротиком. Берем кусочек красного пластилина, отщипываем совсем маленький кусочек, вот такой. Раскатываем из него шарик, видите, маленький совсем. И вот так вот внизу аккуратненько присоединяем, слегка надавливая. Вот такой ротик у вас должен получиться. Пришло время заняться глазками. Отщипываем вот такой вот кусочек небольшой. И раскатываем на картоне колбаску. Тоже небольшую. Вот такую. Теперь делим ее пополам. Берем первую половинку и сплющиваем. У вас получается вот такая вот лепешечка. Теперь ее нужно слегка вытянуть, чтобы она приобрела форму овала. То же самое делаем со второй половинкой. Постарайтесь, чтобы эти две половинки у вас получились одинаковые. У меня одна получилась немножко меньше, я ее поправляю. Ну вот, теперь пришло время их присоединить к голове зайчика. Берем первую и вот так вот аккуратненько присоединяем, слегка надавливая. То же самое делаем со второй. Глазки зайчика почти готовы. Теперь берем черный кусочек пластилина, отщипываем совсем маленький кусочек и раскатываем очень маленькую колбаску. Вот такую. Делим ее пополам. Из каждой половинки раскатываем шарик. Шарики должны у вас получиться одинаковые. Вот видите, какие они маленькие. Берем первый черный шарик и вот так присоединяем к глазу.
Теперь сплющиваем и аккуратненько пальчиком разглаживаем. Ну вот, первый глаз у нас готов. То же самое делаем со вторым. Сплющиваем и аккуратно разглаживаем пальчиком. Ну вот, глазки зайчика готовы. Пришло время заняться носиком. Берем черный кусок пластилина, отщипываем вот такой кусочек и раскатываем шарик. Вот такой. Берем голову зайчика и вот в этой части присоединяем нос. Сильно не давите. Ну вот, что у вас должно получиться. Займемся теперь ушками. Берем этот кусок пластилина, хорошенько его разминаем и раскатываем небольшую колбаску. Вот такая колбаска у вас должна получиться. Теперь отрезаем примерно вот такой вот кусочек, первый. Переворачиваем колбаску и отрезаем второй, точно такой же кусочек. Резать, конечно же, удобнее на картоне. Я вам показываю в руках для того, чтобы вам было просто видно. Вот, что должно получиться. Теперь первый кусочек вот так вот сплющиваю. С одной стороны я пальчиками, видите, сужаю, а с другой, с широкой стороны, я закругляю. Вот так вот, слегка вытягивая. Примерно такое ушко у вас должно получиться. Теперь проверяем, подходит ли оно по размеру к зайчику. У меня подходит. Надеюсь, у вас тоже. Если вдруг большие ушки, вы всегда можете лишнее отщипнуть. То же самое делаем со вторым ушком. Вот что в итоге должно у вас получиться. Ненадолго откладываем, берем серый кусок пластилина, отщипываем небольшой кусочек и на картоне раскатываем колбаску. У меня получилась колбаска немножко длинная, поэтому отрезаю вот такой вот небольшой кусочек, первый, и точно такой же второй. Лишнее убираю. Берем первый кусочек, поправляем немножко на картоне и аккуратно пальчиками начинаем сплющивать. Вот такая форма у вас должна получиться. Берем первое ушко и вот так присоединяем. Сначала надавливаем, а потом вот так пальчиками аккуратно разглаживаем. Первое ушко готово. То же самое делаем со вторым ушком. Вот такие ушки у вас должны получиться. Берем первое ушко и присоединяем к голове зайчика. Вот так слегка надавливая, переворачиваем и пальчиком аккуратно разглаживаем. Теперь сгибаем это ушко. Первое ушко готово. То же самое делаем со вторым ушком. Соединяем. Разглаживаем пальчиком. И заворачиваем. Голова зайчика готова. Осталось поправить немножко сзади. Пришло время заняться манишкой зайчика. Отщипываем вот такой кусочек серого пластилина, разминаем и раскатываем на картоне шарик. Теперь сплющиваем его. У вас должна получиться вот такая вот форма. Берем пластиковый нож и с одной стороны отрезаем небольшой треугольник. Теперь с другой стороны отрезаем треугольник побольше. Вот что у вас должно получиться. Немножко поправляем, сплющиваем вот так вот. И начинаем рисовать шерсть вот такими вот движениями. Вот такая манишка у вас должна получиться. Берем туловище и вот так вот соединяем, слегка надавливая и заворачивая. Теперь берем пластиковый нож и дорисовываем шерсть сверху. Берем зубочистку и отламываем вот такой вот кусочек.
Теперь берем туловище зайчика и аккуратно вот так вот вставляем в серединку зубочистку. Вот что у вас должно получиться. Потом мы будем соединять с туловищем вот так голову. Теперь займемся лапками. Берем самый маленький кусочек пластилина, разминаем и раскатываем колбаску. Вот такую. Теперь берем пластиковый нож и делим эту колбаску пополам. Берем первую колбаску и вот этот край сплющиваем. Теперь пришло время первую лапку соединить с туловищем. Слегка надавливаем вот так вот и разглаживаем пальчиком аккуратно. Первая лапка передняя готова. То же самое делаем со второй лапкой. Сплющиваем и соединяем с туловищем. Передние лапки зайчика готовы. Теперь пришло время заняться задними лапками. Откладываем ненадолго туловище зайчика, берем этот кусочек пластилина и отрезаем два одинаковых кусочка. Берем первый кусочек, разминаем и раскатываем в ладошках шарик. Теперь этот шарик сплющиваем, но не сильно. У вас должна получиться вот такая вот толстая лепешечка. Берем пластиковый нож и делаем два надреза. Первый, второй. Первая лапка почти готова. Осталось совсем немножко. То же самое делаем со второй лапкой. Вот что в итоге у вас должно получиться. Теперь берем кусочек серого пластилина, отщипываем немножко и раскатываем на картоне небольшую колбаску. Вот такую. Делим эту колбаску пополам и раскатываем два одинаковых шарика. Вот таких. Берем первый шарик, сплющиваем его. У вас получается тоненькая лепешечка. И вот так вот в серединку лапки ее ставим. Первая лапка у вас готова. Если надо, поправляйте пальчиком. Главное, не торопитесь. То же самое делаем со вторым шариком, сплющиваем и присоединяем ко второй лапке. Задние лапки готовы, посмотрите, какие красивые они получились. Осталось их присоединить к туловищу. Но для начала посмотрите, что я делаю. На картоне вот так аккуратненько надавливаю, выравниваю низ. Это нужно для того, чтобы ваш зайчик не падал. Берем первую лапку и вот так вот слегка надавливая присоединяем. То же самое делаем со второй лапкой. Смотрите, я ставлю зайчика, а он не падает. Это все потому, что мы раньше выровняли его на картоне. Теперь пришло время заняться хвостиком. Отщипываем небольшой кусочек белого пластилина, разминаем и в ладошках раскатываем шарик. Теперь этот шарик присоединяем вот так вот к туловищу зайчика сзади, слегка надавливая. Хвостик зайчика готов. Нам осталось присоединить голову зайчика к туловищу. Берем вот так аккуратно голову и аккуратненько присоединяем. Осталось совсем немножко, и наш зайчик будет готов. Берем зубочистку и вот так вот на мордочке делаем точки с одной стороны и с другой стороны. А посередине рисуем полоску. Вот такую. И добавляем еще точки. Пришло время заняться морковкой. Этот красный кусочек пластилина мы хорошенько разминаем и отщипываем небольшой кусочек. Из этого кусочка вам нужно раскатать колбаску, надавливая пальчиком с одной стороны. У вас должна получиться вот такая вот форма. Снизу поправляем пальчиком, а сверху выравниваем. Вот что у вас должно получиться. Берем пластиковый нож
и по всей морковке делаем вот такие вот надрезы. Вот что в итоге получилось. Ненадолго откладываем и займемся листиками. Отщипываем небольшой кусочек зеленого пластилина и раскатываем колбаску. Вот такую. Теперь делим эту колбаску на три кусочка. Кусочки могут быть разного размера. Берем первый кусочек, вот так слегка разминаем и сплющиваем. Немножко по краям поправляем пальчиками. У вас должна получиться вот такая вот форма. То же самое делаем со вторым кусочком. Сплющиваем и поправляем пальчиками. Он получился немножко длиннее. Ничего страшного. Так даже будет красивей. Листочки будут у вас разные. Ну и последний кусочек тоже сплющиваем, поправляем пальчиком и присоединяем. Осталось эти листочки вот так вот завернуть. А теперь каждый листочек поправляем. Какой-то можно завернуть, какой-то оставить. Осталось эти листочки присоединить к морковке. Берем морковку и вот таким вот движением присоединяем, слегка надавливая. Вот такая вот морковка у вас должна получиться. Теперь давайте эту морковку отдадим зайчику. Открываем ему вот так вот лапку и вставляем морковку. Вот такой сегодня у нас зайчик с морковкой получился. Я надеюсь, у вас получился он такой же красивый, как у меня. Желаю вам удачи!